Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Microsoft Flight Simulator 2020 на канале. Продолжаем мы тут по югу России. Сегодня из Геленджика мы вылетаем в Анапу. Опять же, полет визуальный. Маршрут, конечно, проложен. Но, тем не менее, пойдем визуально. Как бы маршрут такой, именно что он не по трассам, точкам, а визуально. Короче, мы пойдем, вылетаем из Геленджика в сторону Новороссийска, через Борисовку, в сторону Раевской, Ипсех, через всю Анапу пройдем, Витязева также облетим, и уже в сторону аэропорта. Значит, маршрут где-то 53 мили, около 30 минут у нас это займет. Пойдем на малой высоте, поэтому пересели еще, кстати, мы на Cessna, на 182-ю. Cessna не дефолтная, коренадовская. Ну и, собственно, видишь ты, да, мы тут стоим на колодках. Самолет у нас тут еще, пито закрыто. Радиатор тоже закрыт, все это дело. Но это мы сейчас все уберем. Переоткрыты, собственно. Переходим в самолет. Так, статистику люминс убираем. Выталкиваться мы там сегодня тоже не будем. Нам это не нужно. Закрываем двери. Багажную мы тоже закрываем. Планшетик убираем. Так, погнали готовить самолет вылет. Блин, я на Cessna самолет уже вылетал. Так, смотрим, что у нас топливный открыт. Если у нас ничего нет, но у нас тоже также нет. А смесь на максимум. Сразу же давай тогда батарейку. Файл памп включаем. Так, navigation lights, beacon lights. Стояночный стоим. Проверяем. Так, да, стояночный стоим. Так, обогрев пито. Блин, самолетик простой, как машина, собственно. Не проверял я его, не знаю, как будет отрабатывать автопилот. Так, CDI у нас под GPS. Так, а что он у нас там колбасит? Подожди, так не должно быть. Я же настраивал этот. Или это в самом самолете зашито так? Ну, в FS реалистике у меня все отключено, кроме вот этого engine start. И
engine start. И, собственно, touchdown front, touchdown main. Ну, то есть касание с задними колесами и передними. Больше ничего нет. Ну, видимо, так и должно быть. Ладно. Так, здесь у нас оба бака используют. Правильно, давай дальше тогда здесь смотреть. Летчик у нас выключен, надо его поставить в положение стендбай. Пойдем мы, естественно, по навигации. Хотел я посмотреть. Так, это мне Little Nav Map понадобится. Мне курс полосы нужен в Анапе, на которую мы будем заходить. А заходить мы будем на 22-ю. Значит, мы сразу подготовим. Так, курс у нас 215-й. Идем-ка сюда. Так, 210, 11, 12, 13, 14, 15, правильно? Нет, неправильно. Потому что это 210, 220, 200. А вот, наверное, 15. Нет, тут 240 уже. Как? Поскольку шоколад. Блин, фигово, тут видишь, нет подсказки. Ну ладно. Так, 210. Ну где-то это будет примерно вот так, потому что все равно мы будем на руках заходить. И вот использовать не будем. Так, а вылетаем мы полосы 01. Курс 07. Блин, что-то тут вообще что-то у нас неправильно стоит. Так, если... А, нет, вот она, 27-я, да? А то каким мы курсом стоим. Так. Давай настраивать. Вот так. Что касается частоты. Здесь у нас 110,10 частота. Мы настроим. А у нас 110,10 стоит, хорошо. Но нам на прибытие еще нужна. Так, Витязева. Полоса 22. Там 110,90. Чтоб нам потом только перекинуть ее и все. Так, по масштабу. Так, увеличу. Угу. И что касается автопилота. Так, давление аэропорта у нас установлено. Пойдем мы в режим NAV. А блин, да я даже не вижу. Вот он сейчас подключен. Блин. Так, вот так прям. Так, 3000 футов.
или его надо включать? Он стал работать. Нет, мы пойдем в режиме NAV. 3000 футов. Вертикалка же нам еще. Вертикальная 300. Ну ладно, с автопилотом разберемся, но походу он нифига не меня. Он вообще ничего не запомнил, я так понимаю. Блин, автопилоты, короче, капец. Везде разные, везде по-разному работают. Так, ответчик давай вон поставим сразу. Потом нам этого не сделать, что мы тут еще забыли. А вроде бы все окей. Так, таксилайт включаем и погнали. Фиксироваться нам не нужно. Блин, тут такие боковые виды стрёмные. Тут либо ты сядешь вот так, когда ты будешь видеть, но ты ни хрена не видишь впереди. Вот ты голову поднимешь. Так, ладно, снимаемся со стояночного. Блин, вчера попробовал опять, короче. Поднастроить я педали, ну, не знаю, я главное, они у меня в программе, я их проверяю, но они не шумят, ничего, почему-то как-то. Ground November 2817 Echo with Oscar request taxi for takeoff south departure. Так прям мне не нравится. November 2817 Echo Taxi 2 and halt short of runway 01 using taxiway alpha cross runway 01. Contact tower on 121.0 when ready. Taxi 2 and hold short runway 01 using taxiway alpha cross runway 0117 Echo. Может в симуляторе такое влияние ветра, что прям сносится. При посадке это особенно ощущается. Запроверил, работают. Tower November 2817 Echo ready for south departure at runway 01.
Tower November 2817 Echo, continue for south departure. November 2817 Echo frequency change. Approach November 2817 Echo is type C182 RG 5 miles northwest of Uniform Romeo Kilo Golf 1600 feet. Request flight following. November 2817 Echo approach. Squawk 4143. Squawk 4143 17 Echo. 17 Echo radar contact, 6 miles northwest of Uniform Romeo Kilo Golf, 1,600 feet. Altimeter, 29.88. Roger, 17 Echo. Approach November, 2817 Echo. Request clearance to transition Charlie airspace. November 2817 Echo approach. Clear through the Charlie airspace. Through Charlie airspace, 17 Echo.
Короче, о чем говорил? Я говорил о том, что мы к Новороссийску подлетаем. Вот это был порт вот здесь, вот это замок, это Новороссийская. Корабли здесь должны быть. Ну, и, а, ну вон они все. Все ушли с порта, короче. Также говорил об этой цели, что довольно-таки неплохо она управляется. Да, нету тут ни флайд-директоров, нифига, на будильниках, короче. Но не мешает это абсолютно ничему. Какой-то сложности нету. Ну, блин, я говорю, она простая, как автомобиль. Что-то посмотреть, собственно, Новороссийск. Единственное, что да, здесь вот этот вид, конечно, ты либо, блин, вот так сидишь в прибор, лупишь, ну тогда тебе видно бок. Ну, либо ты повыше поднимаешься, но при этом ты не видишь ничего. Я имею в виду вот сюда. Ну, вниз-то видно. Летим в сторону Абрау Дюрсо. Какое-нибудь шампанское там, игристые вины всякие. На Новый год, например. Кот понимает, о чем я говорю. Но это туда дальше. Мы сейчас лишь делаем доворот. До Анапы там по сути вообще рукой. Мы когда в Анапе были семьей, нас вот этот сюда возили, вот этот вот Абрау Дюрсо, мы там пробовали вина и шампанское, они прикольно, вкусно. Я там был. Это у нас район Гайдук называется. Дорога как раз таки прям до Анапы, а мы вот вдоль этой дороги летим. Анапа approach November 2817 echo 3000 feet.
November 2, 817, Echo and Alpha, approach altimeter, 29.87, continue. Так, 3000 набрали. Отлично, идем по маршруту. Скорость на 120 держим. 2400 оборотов. Двигателя больше не надо. При взлете можно, конечно, больше использовать, но в полете больше использовать нельзя. Погода сегодня более-менее повезла. Было пасмурно, конечно, немного, но это ладно, пасмурно мы переживем. Главное, видимость нормальная, более 10 миль. Поэтому мы можем все посмотреть. Да и самолеты я выбрал специально маленькие. Я говорю, мне нравится этот симулятор тем, что ты можешь здесь прям лево-право, куда угодно смотреть. Тут интересные места. Есть на что глянуть. После Сима буду записывать новую игрушку. Вышла вчера. Но вчера возможности не было записать, но сегодня запишу. Пока не знаю даже, про что игра. Знаю, что новая, там какая-то РПГшка, там с чем-то она смешана. Я немного так вот за нее почитал, плюс еще глянул. Опять же, краем глаза. Ну, там очень много диалогов. Про какие-то там нечистые силы, про изгнания. Короче, за изгнанников нечистой силы. Будем играть. Вот, посмотрим ее. Вроде мне показалось интересно. Она довольно-таки. Не знаю насчет того, пройду ли я ее до конца, но то, что мы на нее глянем, это точно. Если зацепит. Если зацепит, то поиграем. Вот, кстати, сейчас в Симе стоит реально. На время я немного мотанул, потому что иначе нам пришлось бы вылетать ночью. Но ночью я не люблю ночные полеты. Не потому что мне не нравится летать ночью, а потому что как бы вам-то ничего не видно будет. Так-то я могу ночью полетать. Что мне нравится в коренадах,
вроде бы тут они такие простые модели, с PMDG это ты не сравнишь, но есть такая штука, если у тебя установлены там GTN 750, да, там GTN, точнее, то ты можешь ее включить. И у тебя вместо вот этого прибора будет GTN. Ну, я не включаю по причине того, что ну раз в этом самолете установлена вот эта фигня, это у нас гарминка, значит пусть будет гарминка. Сейчас долетим до Суксеха, и вдоль побережья до Анапы пойдем. Тут Анапа-то, вон уже недалеко. По сути, Анапа, да, находится на побережье Черного моря. Вот мы вдоль побережья через всю Анапу пролетим. Правым доворотом уйдем в Витязево. Пролетим через Витязево и зайдем на 22-ю полосу на посадку. Под нами сейчас находится район вот этот Субсех, или как он называется. Может, это не район. Собственно, здесь уже Анапа начинается. Блин, пасмурно, конечно. Анапа Tower, November 2817 Echo. Точнее, мы докладываем на этой вышке, что мы находимся на высоте 3000 футов. Вот наш аэропорт, на котором мы будем совершать посадку, только мы с той стороны зайдем, в эту сторону сядем.
никак не могу привыкнуть к этим кнопкам. Так, здесь давай поставим частоту 110-90. Это, собственно, уже район Витязева. Начнем потихоньку снижаться. Пилот мы здесь уже отключаем. Перейдем на режим Clear to land runway 22. Clear to land runway 2217 Echo. Так, давай начнем разворот. Да.
Так, у нас там две белые, две красные горят. По огням парки я смотрю. Так, чуть выше идем. Посадочно. Забыл повтор. Я его сейчас включу. Конечно, на посадке включать один повтор — это такое. Давай уже садись, чё. Садиться с тобой сегодня, нет? Блин, пока руду не убрал, он не хочет садиться, ему пофиг. Так, ну вот, собственно, добро пожаловать в аэропорт Анапы Витязева. Так, сейчас мы делаем, что должны сделать. Ну, во-первых, это ответчик. Блин, как этот штурвал мешает. Ответчик стендбай. Landing light off. Taxi light on.
на стояночку. Повтор посмотрим обязательно. В конечном итоге я, блин, про него вспомнил. И даже записал. Так, здесь мы не сворачиваем, сворачиваем на следующий. Блин, тебя что такое носит-то? Чем тебя сдувает? Блин, не могу понять, то ли здесь вот именно мелкие самолеты так реализованы. Потому что на Боинге-то нету таких проблем. Я там раз педали выставил, настроил, все. Ну вот здесь мы прокатимся. Так, стояночный поставили. Сейчас будем смотреть повтор. Straight in runway 2217 Echo. Блин, я не думал, что он такой летучий. Но мы не сильно загружены были, всего на 35%. И, тем не менее, он долго так это пытался, блин, сесть. То есть он просто тупо делает пролет под полосой. Хотя, блин, да, я высоко еще, видишь. Каждый раз, когда на разных самолетах летаешь, понять вот эту вот высоту, как бы, блин. Вот тут я уже думал, все, сейчас буду касаться, короче, мне надо помягче. Не, ну, не привыкаешь к самолету, габаритов ты его, понятно, не чувствуешь, блин. Смотри, какой пролет. Интересно, а есть у нас тут какие-то интересные виды, допустим, да, как вот я люблю. Там с вида пассажира. Мне кажется, вряд ли. Пассажира нам тут дадут. Тут все камеры. Все камеры внешние.
Ну, ветерочек есть, видишь, он еще какой-то такой прям с порывами, блин, как бы. Не могу сказать, что какие-то сложности я испытал там на посадке. Но немножко такое было ощущение, что педальками приходилось как бы поработать. Так, погнали. Сейчас быстренько долетим. Небольшой аэропорт, кстати, да? Хотя, блин, я сюда прилетал на Боинг, на 737. 800-ка, по-моему, была. Ну, как бы, большие самолеты здесь садятся. Вот, ну что, добро пожаловать в Анапу. Следующий перелет у нас будет из Анапы в Краснодар. На каком воздушном судне, я еще пока не знаю. Возможно, на Цесну, возможно, на чем-то другом. Может быть, на Пилатесе, а может быть, вообще что-то другое возьмем. Ну вот, на этом буду заканчивать. Хотя подожди, заканчивать. Даже нам все заглушить. Так, ответчик отключаем. Тут все выключаем. Вот, а теперь точно все. Так, давай, ну типа, самолет уже. А че он не дает? Алло, ты че? Так, external power нам не нужно. Не дает сделать. Так. Багажную тоже откроем. Элементы не дает статически и поставить. Ну ладно, в принципе, хрен с ним, нам это не важно. Полетел. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.